История обороны Брестского вокзала стала центральной темой большого патриотического мероприятия, которое объединило на площадке у кафе «Городок» школьников учебных заведений Ленинского района. Рассказать о подвиге милиционеров в первые часы войны, о том, что пришлось пережить тем, кто встретил 22 июня на железнодорожном пункте. Задача ветеранов правоохранительного движения, тех, кто продолжает ратные традиции. Кропотливая работа и дала повод тому, чтобы создать уголок милицейской славы, а защитников этого вокзала. Мы только установили 31 сотрудника, а остальные мы не знаем, как они сложилась судьба. Да, без прошлого нет будущего. Опираясь на традиции, заложенные поколением советских милиционеров, продолжают нести свою службу правоохранители сегодня. А служба эта действительно трудна. Об этом мальчики и девочки могли узнать, общаясь с правоохранителями лично, знакомясь с современной техникой и вооружением, попробовать разобрать и собрать пистолет, проверить свою эрудицию в викторине, примерить форму и даже понаблюдать, как работают при задержании кинологи. Все это удалось организовать благодаря тесному взаимодействию правоохранителей с так называемыми гражданскими структурами. Город стоял еще и благодаря сотрудникам милиции, чтобы показать, что милиция, она доступна народу, что милиция всегда защищает нас, на какое самопожертвование пошли. Милиционеры – профессионалы не только при выполнении своих непосредственных обязанностей, но и в творчестве. В этом гости праздника смогли убедиться во время концерта оркестра внутренних войск. Параллельно с выступлениями на площадке перед кафе была развернута полевая кухня, где любой желающий мог угоститься вкусной солдатской кашей. Я думаю, что мероприятие у нас получилось, пускай оно первое, я думаю, что не последнее. Традиционно было проводить в городе турнир, посвященный памятник защитника вокзала по мини-футболу. Ну и было также и принято решение провести вот такое мероприятие, дополнение данным памятным мероприятиям. Может, оно станет традицией со временем? Я думаю, что да, традиция станет. Будем ежегодно проводить данное мероприятие еще с большим охватом граждан. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буг-ТВ».